Двигатель у нас на месте, все провода подсоединены. Предлагаю начинать приводить действие. Поехали. Всем привет, вы на канале Принцесса Кристина, сегодня у нас автомобиль. Но не простой Кристина, это будет настоящий электрокар, который будет ездить на воде. Мы так надеемся, во всяком случае производитель об этом на коробочке написал. Капаешь водичку, не нужно никаких батареек, и он ездит. И самое интересное, что нам нужно его самим собрать. Это такой конструктор. Поехал. Ну что, Кристина, я предлагаю открывать коробочку, доставать все детали, которые там есть. Давай я покажу зрителям, как оно выглядит. Вот, собственно, все детали. Какие-то электродетали, какие-то проводки, какие-то еще штучки. Предлагаю самое первое собрать ее и посмотреть, как она будет выглядеть. После того, как мы выломали все вот эти детальки, их теперь нужно собрать на место. Давай я пока займусь колесами. Это ты соберешь. Вот смотри, это крыша будет. Двигатель у нас на месте, все провода подсоединены. Но это еще не все. Здесь есть какие-то элементы, наверное, которые вступают в реакцию с соляным раствором. Потом мы все это накроем, и у нас будет готовый электрокар. Смысл эксперимента в том, что вот этот электромобиль приводится в действие с помощью соляного раствора. Мы его сделали в соотношении 1 к 5. И когда мы сюда капнем, здесь, наверное, специально какой-то металл, который обладает свойствами определенными. И мы надеемся, что он приведет в действие маленький моторчик. Ну что, Кристинушка, предлагаю начинать приводить действие. Поехали. О! Какой-то движение. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. Вот это прикол. Она работает, Кристина. Электромобиль в движении. Вот это да. Мы перепутали контакты местами. И она у нас едет назад. Сейчас мы это все дело исправим. И заново ее запустим. Сюда добавлять бензин. О, все. Ой-ой-ой. Лови ее. Она как лягушечка какая-то ездит. Это прикол. Пока-пока. Канал. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Лайки. Пока-пока.